Здравствуйте! Я сегодня буду делать чешую дракона. Для этого нам понадобится крючок, станок и резинки. Мы сначала мы берем один цвет. Делаем крестиком, одеваем 5 раз. Мы сделали. Мы их опускаем, чтобы было удобнее плести. Дальше мы берем другой цвет. Мы делаем 5, 4. Это заготовка. Дальше мы берем крючок и вот эту голубую мы ее наверх делаем. Мы ее разворачиваем. И так все. Дальше для удобства мы опускаем все вниз. Дальше мы берем другой цвет и одеваем просто. Дальше мы берем крючок, и который был нижняя голубая, мы ее вот так делаем. Если она ушла, мы ее поправляем. Желтую берем и также снимаем. Дальше мы последний. Опускаем. Дальше мы 4 делаем. Одеваем просто.
Берем крючок. И который красный мы закрываем. Уже вырисовывается маленькая сеточка. Дальше мы делаем 5 резинок. Берем крючок и эту красную мы купим. Вот это последнее. Дальше берем другой цвет и делаем 4. Берем крючок и вот эту желтую мы перекидываем. Спускаем. Уже осталась сеточка побольше. Дальше берем другой цвет. Делаем 5. Одеваем просто. Желтый берем, скидываем. Оранжевый скидываем. И все резинки мы скидываем.
последнюю желтую резинку. Опускай. Дальше мы берем другой цвет. Делаем 4. Можно чешую дракона делать. 10-9. Или еще больше. Настанок. Плетем сеточку. Опускаем. Вот такая должна получаться сеточка. Дальше делаем 5 резинок. Берем крючок зеленый, так делаем, красный, так делаем. И снимаем все резинки. Дальше одеваем 4 резинки. Берем крючок и снимаем вот эту резинку. И все снимаем резинки. Сеточка уже больше. Мы будем плести как браслет. Он будет вот такой большой. Дальше берем другой цвет. Такой, например. Делаем 5.
Дальше это берем и вот так делаем. И вот эту розовую берем и дальше. Вот эту берем, вот так. Берем, вот так делаем. У нас получается он цветной. Дальше берем другой цвет. Мы делаем 4. И так пока не налезет на руку. Можно и руками помочь. Дальше спускаем. Вот уже такая большая получается сеточка. Мы будем плести вот как нужно. Будем плести. Делаем 5. Делаем 5 резинок, потом 4. Дальше мы дальше берем другой цвет. Делаем 4. И так делаем. Дальше спускаем. Такой яркий получается чешуя дракона. Дальше берем другой цвет. Если возьмете белый цвет, его будет почти что не видно.
Но если взвешиваем, можно его взять. Одеваем, если у вас улетело. И делаем. Сеточки. Дальше белый можно взять. Дальше мы одеваем белый. Теперь берем вот эту прозрачную резиночку, ее дальше спускаем. Сеточка. Она будет потом сужаться, не как на столке, но здесь уже худенько. Опускаем резинки. Вот. Не опущены. Дальше. Мы делаем 5. Мы 5 резинок делаем. Они уходят, резинки. Вот. Перекидываем. Все резиночки перекидываем. Опускаем.
Уже большая. Дальше берем другой цвет, например, розовый или желтый. Мы делаем 4. Берем крючок и вот эти рисунки мы делаем. Дальше мы берем конец. И вот это, которую нижнюю резинку, мы тянем. Это резинка, которую мы будем зацеплять браслет. И эту тянем. Они будут зацеплены. Дальше эту тянем. И последний. Последний запутан. Чуть-чуть. И она запутывается, но она будет хорошо сидеть. Дальше другой берем цвет. Вот такой, например. Это будет 4. А это, например, желтый. Последнюю эту. Опускаем. Вот это. Все. Дальше делаем 4. Надеваем резинок. Берем крючок и прикидываем. Дальше спускаем. Меряем. Вот, осталось совсем чуть-чуть. Дальше берем такой, например, и такой, например. Опять делаем.
перекидываем. Делаем 4. Дальше прикидываем. Уже побольше стало. Уже цветнее. Уже больше. Было вот столько, сейчас побольше. Убираем. Дальше другой. Например, розовый и красный. Одеваем, например, красный. 5. Переворачиваем. Дальше опускаем. И 4 из роз. Берем красную и переворачиваем, переворачиваем. Переворачиваем. Смотрим, сколько сплели. Одеваем тут наверх. И вот, чуть-чуть. Например, сейчас берем зеленый. Первый мы делаем зеленый опять.
Берем крючок. Сейчас точно берем крючок. И вот красную мы переворачиваем. Розовый 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 переворачиваем. И красный мы, как вначале, тоже переворачиваем. Дальше берем бежевый. Надо потянуть, чтобы оно потянулось в прежней резинке. Бежевый. Делаем 4. Дальше еще какой-нибудь выбираем цвет. Желтый, например. И такой фиолетовенький. Желтый будет первым. Три. Тянем. Берем фиолетовый и делаем 4. Берем крючок. Желтую резинку, так, желтую это опять, так, 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 опускаем.
больше в мире. Еще где-то одно. Три, четыре, пять. Дальше мы берем крючок и эту желтенькую мы отрываем, фиолетовую, так. Дальше делаем розовый. Четыре. Опускаем. Дальше меряем. Конечно, тянем. Вот как раз. Дальше. У меня есть пакетик маленьких таких застежек разноцветных. Вот. И вот эти, которые они, мы их цепляем на крючок. И берем какую-нибудь резиночку, например, снежную. Просовываем. И цепляем. Вот так. Важно будет. Дальше мы вот эту дорожненько снимаем. Прилипаем на другое. Вот так. Переворачиваем станок и это снимаем. Дальше
Чтобы резинки не слетели и ничего не распустилось. Мы делаем таким способом. Мы подцепили и на другую цепляем. А мы вот это потом берем. Дальше мы вот эти резиночки берем, надеваем крючочек, снимаем. Снимаем и одеваем вот сюда. Осторожно. На две у нас переместилось. Сейчас мы будем перемещать на одну. Одну из этих мы перемещаем. Чтобы одна была вот так. Все забито. Дальше просовываем. Рисовываем в конце и слепляем. И берем, например, вот такую. Цепляем. Его мы тянем. Вот такой получилось. На этом на сегодня видео закончилось. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайк. Пока!